На пляже идет полным ходом подготовка к Новому году. На местах, где обычно лежаки, уже расставлены столики. И в 7 часов вечера у нас сегодня начнется праздничный ужин в честь Нового года. В каждом отеле на пляже сегодня будет гала-ужин. Все суетятся, все бегают. Девочки-официантки сидят уже, готовятся. Ну а солнце у нас сегодня садится в тучу. Мы готовы идти на новогодний ужин, организованный нашим отелем. И такой аутфит. У нас все горит и все украшено к Новому году. Новогодняя программа началась с поздравительного выступления управляющего нашим отелем.
А пока мы тут веселимся, рыбаки продолжают свою ежедневную работу. Новогодний ужин представлен в форме шведского стола. Здесь огромный выбор свежих морепродуктов, приготовленных на гриле. Это и рыба, креветки, а также разные другие виды морепродуктов. Ну и помимо морепродуктов, большой выбор различных и блюд вьетнамской кухни, и суши, и разные закуски. Вот зажаренный поросенок. Условия конкурса, в котором рванулся участвовать мой муж, такие: надо с заложенными за спину руками поднять зубами бутылку с пивом и, опрокинув ее, выпить. И кто первый выпьет, опустошит бутылку, тот и выиграл. К сожалению, муж в конкурсе не выиграл, хотя он и опустошил бутылку первым, но в бутылке оставалась пена, и ее засчитали как жидкость, и награду отдали другому участнику, который уже следовал за ним. Вот, и поэтому мы опять рванулись выбирать какое-нибудь блюдо, что-нибудь покушать.
Oh,
wish, 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 make a wish. Dance number from the sea dance.